Всем привет! Вы на канале «Дома как дома», и сегодня главным героем моего выпуска будет зеленый горошек. Использовать мы можем как замороженный, так и консервированный. Для начала обжарим 200-300 грамм мяса. У меня это будет говядина, поэтому мне нужно будет ее протушить, чтобы она дошла до полной своей готовности. Если же вы будете использовать свинину, то тогда обжарить мясо будет достаточно, и оно у вас проготовится и так, без предварительного тушения. Немного обжарив мясо, я добавляю небольшое количество воды и оставляю готовиться до полного выкипания воды. А тем временем приготовлю овощи. Одну среднюю луковицу нарезаю кубиком. И две средних картофелины также нарезаю средним кубиком. Также я буду использовать одну морковь. Моркови можно взять и больше, для того, чтобы цвет вашего блюда был более привлекательным. Хочу заметить, что, используя такое небольшое количество продуктов, у нас получается довольно объемное блюдо, которое хватит для ужина или обеда всей семьи. И учитывая это большое количество овощей, которое туда входит, наверное, можно сказать, что оно является диетическим, сытным и недорогим. Тем временем наше мясо проготовилось, вода практически выкипела, и уже смело можно добавлять лук. Лук пережариваем с мясом до его мягкости. Теперь можно добавить небольшое количество сливочного масла. Это придаст более вкусных ароматов и вкусов для бульона. Когда наш лук стал мягким, добавляем все остальные овощи. Немного их пережарим. Буквально чуть-чуть. И теперь самое время добавить специи. Солим по вкусу. Я добавляю черный перец. Вы по желанию можете добавить любимые ваши приправы. Смешиваем все овощи, и уже можно добавлять горох. Как я уже говорила, я использую замороженный, но если вы будете использовать консервированный, от этого вкус блюда никак не пострадает. Нам остается только добавить воду. Кстати, количество воды решайте сами. Вы можете приготовить более редкое блюдо, чтобы у вас был вкусный такой овощной мясной бульон. Можно добавить умеренное количество воды, и тогда у вас получится что-то наподобие овощного рагу с мясом. Готовим на среднем огне до готовности всех овощей. Это займет примерно 20-30 минут. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал, ведь у меня все дома как дома. До новых встреч!